Посевная в Украине под угрозой. Украинским аграриям не хватает удобрений. Напомню, их дефицит возник еще в 2014-м в результате решения, принятого правительством Арсения Яценюка, закупать удобрения у российских производителей. Теперь же до конца посевной россияне смогут поставлять только 5,5% необходимого объема удобрений. При этом антидемпинговые пошлины против российских компаний до сих пор не введены. Отечественный же химпром простаивает. Тем временем за последние 3 года эта торговля принесла государству-агрессору более полумиллиарда долларов.